Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Мы с вами начинаем новый влог, и этот влог я хочу начать с одного очень интересного рецепта. Хочу поделиться с вами рецептом, который я готовила на днях. Это у нас ужин. Я жду мальчиков, и на этот раз решила приготовить что-то необычное, не то, что готовим всегда. Я готовлю мясные рулеты в лаваше. Ну и первым делом нам, естественно, нужно подготовить мясную начинку. Я взяла один репчатый лук, среднюю морковь, зубчик чеснока и зелень. Лук я нарезала мелко, морковь я натерла на крупной терке, ну и все это я тушу на оливковом масле. Потушила овощи буквально 2-3 минутки и выдавила зубчик чеснока. Сейчас добавляю сюда килограмм свино-говяжьего фарша, долью горячую воду, и фарш обязательно нужно разбить на мелкие кусочки, чтобы они не слиплись. Разделила фарш, все хорошо перемешала, накрыла крышкой и оставила фарш дойти до полной готовности. После обязательно нужно добавить соль, перец по вкусу, добавьте также свои любимые специи, и вообще можно здесь начинку по-разному комбинировать. Добавьте свои любимые овощи, также грибы можете добавить, если вы их любите. Ну, как понимаете, начинка может быть любой. Как только я выключила огонь, я добавила зелень, все хорошо перемешала и оставила начинку остывать. Тем временем подготавливаю лаваш. Я купила тонкий армянский лаваш. Здесь два больших листа лаваша, поэтому мне их нужно разделить на такие прямоугольники, чтобы далее мне легко было заворачивать их в рулет. Беру лист лаваша, смазываю его майонезом и выкладываю уже остывшую начинку. Поверх нее сыплю тертый сыр. И вот когда начала я заворачивать этот рулет, он у меня, девочки, развалился, потому что эти листы лаваша были какие-то особенно тонкие. Поэтому я взяла еще один лист и уже без проблем завернула рулетик. Поэтому теперь беру уже по 2 листа и с легкостью все рулетики завернула. И никто не понял, что там было по 2 листа лаваша. Уже готовые рулетики я выкладываю на противень, на пергаментную бумагу. Конечно же, это делать не обязательно. Я думаю, что лаваш ни к какой поверхности не прилипнет. Но пергаментную бумагу я кладу, скорее всего, для того, чтобы лишний раз не тереть противень. Выложила все рулеты, смазала яйцом, посыпаю кунжутом сверху. Можете использовать любые семечки, и семечки подсолнуха сюда хорошо подойдут, и тыквенные, так что все идет в ход, девочки. Духовка у меня разогрета на 190 градусов, а время запекания, знаете, я не засекала. Я рулеты проверяла на внешний вид, как только они зарумянились, стали хрустящими, я их достала. Вот такая красота и вкуснота получается. Мальчики с большим аппетитом их поели. На следующий день у меня осталось всего лишь 3 рулета. Я их разогрела в аэрогриле и отдала Давиду на работу. В общем, готовьте, пробуйте, и всем приятного аппетита! Здесь, девочки, я готовлю армянскую гату. Я не снимала весь рецепт, потому что на канале я вам 2 или 3 раза уже показывала, как я готовлю эту выпечку. Но ссылку я вам на эти видео оставлю. Ну и давайте расскажу вам вообще, зачем я ее готовлю. На следующее утро у нас Христо уезжает с друзьями на отдых. Они закрыли место на на одном кемпинге на полуострове Халкидики. Это считается один из самых хороших кемпингов, то есть самый такой организованный. Их собралось 5 человек, они забрали 2 палатки и все, что к ним прилагается. Ну и будет у него такой первый опыт, вот именно такого отдыха в палатках на свежем воздухе, на природе. Сегодня поздно вечером все остальные ребята принесут свой багаж, палатки и все принадлежности для отдыха на природе, принесут все к нам, мы загрузим наш фургон и уже на следующее утро мы отвезем туда Христо и весь багаж. Ну и остальные ребята сами уже туда приехали на автобусе. Я приготовила 2 порции гаты для того, чтобы одну порцию отдать Христу, а вторую оставить дома, потому что Давид и Янис тоже очень любят эту выпечку. Далее я испекла имеретинские хачапури, ну, чтобы они оставались свежими. И думаю, этой еды им будет достаточно, знаете, вот на первый день, пока они оклемаются, пока поймут, где что будут покупать, где будут питаться, я думаю, этой еды им хватит. Так, знаете, ходить, хватать и перекусывать. Ну что, давайте пробежимся по нашей закупке. Здесь, конечно, немного вещей, но покупали как бы по нужде то, чего не было. Так, с рынка Давид принес 30 яиц и, естественно, кукурузу. Здесь ее достаточно. Она вот такая молодая, молочная. Не знаю, в этом году она какая-то крупнозерная, но, как всегда, сладкая. Я ее отварю, несколько початок оставлю, так поедим, а все остальное заморожу. Ну и наконец-таки Давид мне принес томат на заморозку, девочки. Наконец-то у нее немного снизилась цена, и мы смогли купить такое большое количество томатов. Я измельчу ее в блендере и заморожу. Это очень удобно, девочки. Я прошлую осень, зиму и весну абсолютно не покупала томатный сок или томатную пасту. Я пользовалась своими замороженными брикетиками. И я уверена, что это 100% томатный сок, а там неизвестно что из-под упаковки. В общем, я очень надеюсь, что в последующей неделе цена еще спадет, чтобы я смогла заморозить еще одну такую большую порцию. Идем дальше. И здесь у нас огурцы на салат, красный болгарский перец, томаты также на салат, немного бананов. И вот уже начался сезон винограда. Давид принес белый и черный виноград. Здесь очень редко, если виноград не сладкий, так что я уверена, что он очень даже сладкий и ароматный. Ну и немного продуктов из супермаркета «Дискаунт». У меня закончились макароны. Давид купил 2 упаковки вот таких некрупных макарон. И здесь у нас вот такой дезодорант. Этим дейзиком пользуются все мужчины в нашем доме. Это у нас безалкогольное пиво с лимончиком. И кофе. Кофе эспрессо. Первый раз берем из дискаунта. До сих пор я все время брала в Лидле преимущественно. Знаете, такая красная упаковка. Очень вкусный и ароматный кофе. Нам всем нравится. Мы готовим эспрессо, капучино и латте. И все гости, все, кто пробовал это кофе у нас дома, всем очень понравилось. Ну а вот такой берем впервые. Мой кофе с осадком лумидис. Вот 2 упаковки томатного сока у меня уже закончилась. Здесь 2 упаковки тертого сыра, 1 упаковка тортильи. И вот грузинская сушеная аджика у меня закончилась. Также покупаю сразу вот много, 300 грамм и хватает надолго. Это у нас сливочное масло и сыр фета 800 грамм, вот в таком контейнере, в рассоле. Очень удобно, оно остается свежим надолго, Так что очень удобно покупать вот такую фету. Здесь 2 упаковки тунца. Сейчас Янис активно начал есть тунец и бекон. Вот когда он возвращается с тренировки, он себе жарит бекон с яйцом. Также может взять тортилью, положить туда тунец, вареное яйцо и приготовить себе такой ужин. В общем, это круто, девочки. На самом деле он меня больше не прессует. Мама, что приготовить, что поесть. Сам готовит себе ужины, сам фантазирует и как бы меня уже не прессует по этому поводу. Ну и в общем-то, что здесь осталось? Литр молока самого обычного. И вот еще такой протеиновый йогурт себе начал покупать Янис с ягодами. Здесь малина, гранат и, если я не ошибаюсь, это кизил. В общем, вот такой богатый протеином йогурт, очень вкусный, я тоже пробовала. Вот такие небольшие закупки. А еще в морозильной камере мороженое я сразу убрала, потому что оно немного подтаяло. Ну и все, в общем-то, на этом все. Ну что, девочки, у нас 0:30 ночи, и я только что закончила печь хачапури. Они пока еще горячие. Я их заверну в фольгу, и до завтрашнего утра они остынут. Я их потом нарежу вот так на 4 части и положу в такой низкий контейнер. У меня получилось 6 хачапури. Я надеюсь, хотя бы на 2 дня им этого будет достаточно. Ну, здесь армянская гата тоже остыла. Я их тоже завтра утром переложу вот так же в низкий контейнер. В общем, они хорошо уместятся в сумку Христо. И вот такой перекус я им отправляю. Рецепт и армянской гаты, и хачапури я оставлю в описании под этим видео. То есть не сами рецепты, а видео, там где я готовлю гату и хачапури. Так что если вдруг вы захотите их приготовить, то вот переходите в описание, и я там вам оставлю ссылки на эти видео. Все, обворачиваю хачапури в фольгу, накрываю армянскую гату и иду спать. И уже завтра утром я с ними разберусь. Здесь я вам вставила кадры из наших выходных. Это у нас суббота, ребята. Я купила мясо и мариную его. Это мясо на шашлык. Я купила разные стейки, купаты. В общем, решили мы устроить себе пикник. И нужно было это сделать до отъезда Христо, потому что у него всего лишь 10-дневный отпуск, а с друзьями он уехал на 5 дней. Ну и другой возможности как бы у нас не было, нужно было это сделать именно до его отъезда с друзьями. Ну и нам тоже хотелось выехать куда-то на природу, устроить себе пикник и вчетвером провести время. Мясо, в принципе, я мариную всегда одним и тем же способом. Добавляю свои любимые специи. Это у меня соль, перец, сушеная аджика, сушеный чеснок. Ну и между слоями мяса я добавляю репчатый лук. Складываю все вот в такие контейнеры, накрываю крышкой и убираю в холодильник для следующего утра. Мясо получается всегда очень ароматное. Ну, для нас это самое удачное сочетание. Нам так нравится больше всего. Ну что, друзья, у нас утро воскресенья, и мы начали свой путь. Проснулись мы, знаете, так, на расслабоне, мы не начали с самого раннего утра. Потихонечку проснулись, выпили кофе и не спеша собрались. Путь мы держим на водопады, это горная местность, я вам там уже снимала. Ну и, конечно же, наш Тобик вместе с нами. Знаете, грех поехать в такое место, на природу, и не забрать с собой собачку. Он всегда, знаете, переходит то ко мне вперед, то назад к детям. Вот всю дорогу у него происходит такое шествие взад-вперед. В общем, едем мы на водопады. Я вам эту местность уже снимала в прошлом году. Это безумно красивое место. Но по приезду нас ожидало разочарование. Ну, во-первых, как только мы приехали туда, там уже было огромное количество машин. Ну и когда мы начали спускаться, честно говоря, я и Христо не дошли до самого конца. Мы где-то уже вначале остановились, а Давид и Янис ушли на разведку. Ну и по возвращению они нам сказали, что, во-первых, там огромное количество людей. Сам водопад, вот само это озеро почему-то было грязное, не знаю по какой причине. И как Давид сказал, это уже не озеро, а какой-то лягушатник. Вот честно вам скажу, нам такое не нравится. Даже когда мы едем на море, на пляж, мы всегда стараемся выбирать место, где поменьше людей. Ну, понятное дело, в таких красивых местах, где можно отдохнуть на природе, ну, трудно найти, да, где мало людей. Но все же там происходил какой-то кошмар. Ну и когда мы ехали по дороге на водопады, мы заметили вот такую поляну, очень организованную, так как это горная местность, здесь очень много таких организованных мест, и здесь стояли столы, стулья, и даже вот такая большая беседка здесь была. В общем, мы вернулись чуть-чуть назад и остановились на вот такой поляне. Давид и Янис сразу же начали жарить мясо, ну, а я и Христо здесь накрыли на стол, он мне помог, ну и вот здесь он меня снимает, как я заправляю салат. Я в контейнере просто нарезала огурец, помидор и репчатый лук, не стала их заправлять ничем, ну, чтобы они не мариновались и не выделяли сок. А по приезду уже добавила соль и оливковое масло. Ну и вот здесь я уже на первую готовую порцию шашлыка нарезаю репчатый лук. Знаете, когда мы уже сели за стол, я хотела поставить камеру, поснимать, знаете, так минутку-две наших посиделок, как мы вчетвером сидим, общаемся, но мальчики ни в какую не согласились, они даже мельком не хотят попадать в кадр, поэтому вот не засняла. Очень жаль, конечно, но вот они не хотят и все. Здесь я разрезаю уже вареную картошку напополам. Я с утра отварила молодую картошку. И когда уже мясо пожарится, мы их тоже положим на решетку, чтобы они подогрелись и приняли, знаете, тоже вот этот вкус дымка. Вот такой стол у нас получился в итоге. Мясо, как всегда, получается очень вкусное, ароматное. Я приготовила также традиционный греческий салат цацики, взяла кусочек феты. Ну и, в общем-то, посидели мы, конечно же, классно, что тут говорить, когда вся семья в сборе, когда дети с нами. Вот когда мы вот так сидим, ребята, вне дома, да, они всегда начинают вспоминать какие-то забавные истории со школы, знаете, какие-то события прошлых лет, их очень забавляют такие истории, какие-то случаи с учениками или с учителями, в общем, любят они такое вспоминать, рассказывают нам вещи, о которых даже не рассказывали, мы о них даже не знали. Или же делятся с нами какими-то планами на будущее, своими мыслями. В общем, это круто. Хорошо было бы организовывать вот такие пикники почаще, но вот как получается, так и получается. Уже по возвращению мы начали спускаться с горы и встретили вот такое стадо отара или стадо козлов, не знаю, как правильно назвать, но звучит смешно. В общем, у нас даже немного моросило и был такой свежий запах мокрой листвы. Мы возвращались такие, знаете, уставшие, но это была очень приятная усталость. В общем, классно провели время. Тоби был вдребезги разбитый, как только забежал домой, выпил водички и завалился спать. Ну а у меня вот такой влог получился сегодня. Огромное вам спасибо, что досмотрели его до конца, что провели это время вместе с нами. Обязательно поставьте ему пальчик вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а я вам желаю чудесного настроения, всех целую, обнимаю и всем пока-пока.